В городах и районах области планируют установить дополнительные камеры наружного видеонаблюдения и внедрить институт старших по дому и консьержей. Такие поручения дал глава региона Балжан Абдишев на очередном заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Накануне в Акимате рассмотрели вопросы профилактики кражи чужого имущества и правонарушений среди несовершеннолетних. К слову, регион планирует перенять опыт Темиртау. В городе-спутнике компания, специализирующаяся на системе интеллектуальной охраны, установила более сотни камер видеонаблюдения в общественных местах и внутридворовых территориях. Техника уже позволила раскрыть немало преступлений. Аким области поручил рассмотреть на примере Темиртау возможность внедрения опыта по установке подобных видеокамер в наиболее криминогенных районах и в других городах. По камерам сегодня, о которых мы говорим, мы сейчас дополнительно финансированы дали. Но здесь еще раз должна быть эффективность. Да? Что мы имеем от этого? Какой результат? Просто поставить и каждый год содержать, а от этого не имеем эффективности. Вот на этих заседаниях Акимата или на этих комиссиях нам должны начальники УВД вместе с Акиматами доложить. Да?